Сюда, Люда. Эй, привет, привет! Сейчас мы с тобой будем разукрашивать маленьких пони. Класс! Ну что, поехали! И первая у нас Радуга Дэш. Давай покрасим ее в желтый цвет и посмотрим, что получится. Так. Маленькая пони желтого цвета. Нет, это не то. Давай попробуем еще раз. Теперь зеленый. Ха, тоже не то. Ладно, а теперь какой цвет возьмем? Красный. Ну-ну. Красим. Нет, радуга Дэш не красная. Может быть синий? Попробуем. Да, радуга Дэш синего цвета. А если быть точным, голубого. Отлично получилось. Кто следующий? О, это же Эпплджек. Разукрасим ее желтым карандашом. Так. Красиво, но не то. Теперь давай попробуем зеленый. Макаем. Красим кисточкой. Нет, Эпплджек совсем не зеленая. Может быть, это красавица синяя? Ой, совсем некрасиво получилось. Ладно, возьмем оранжевый цвет. Да, Эпплджек именно оранжевая. Ты посмотри, какая красавица. Это маленькая пони. Класс! Кто дальше? Пинки Пай. Будем разукрашивать ее. Например, в синий цвет. Давай попробуем это странное сочетание. Так. Выглядит неплохо, но не то. А как насчет зеленой Пинки Пай? Она ведь может быть зеленой. Сейчас посмотрим. Раз украшиваем. Нет, выглядит не очень. Продолжаем искать. А давай сделаем Пинки Пай желтой. Ага. Прикольно, но не то. А что если взять розовый цвет? Попробуем. Да, вот это настоящая Пинки Пай. Розовая. Ведь Пинки так и переводится. Розовая. Круто. И Рарити. Ну давай разукрашивать в зеленый цвет. Нет, даже карандаш смеется. Настоящая Рарити не такая. Попробуем по-другому. Фиолетовая краска. Разукрашиваем. Нет, не похоже. Ладно. А что если взять желтый цвет? Так, так, так. О, вот это желтая Рарити. Красавица. Маленькая пони, единорог. Так-то. Ну что, чего мы только сегодня не видели? И зеленую радугу Дэш. И синюю Пинки Пай. Но самое главное, что в конце концов мы все сделали правильно. Мы молодцы. Смотри мультики каждый день на канале Чудо-Юдо. Нажми на эту кнопку, чтобы подписаться на новинки. У нас еще много всего интересного. Что ты хочешь посмотреть дальше?